И они не причинили вреда Кобе, потому что это место считается интеллектуальным центром страны, начиная с создания Кальвинистского колледжа в 1538 году. Сегодня оно известно как университет, и учебное заведение не только обладает великолепной архитектурой, но и имеет богатую историю и восхитительная культура. Что касается культуры этого города, то здесь процветает музыкальная сцена и проводится международный конкурс хоров Белы Бартока. Реформатская Великая Церковь, крупнейшая протестантская церковь Венгрии, музей Дери с его коллекцией древнеегипетских артефактов и ежегодный цветочный фестиваль «Мальчик». Карнавал – одна из главных достопримечательностей. 7.